Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить вариант изготовления мини-бензиновой горелки. За основу я взял совковый стеклянный шприц на 20 мл. Такой шприц можно приобрести на барахолке или в ветаптеке. Вовнутрь шприца мы помещаем вату. Теперь берем крышку от пластиковой бутылки и обратный клапан для аквариумного компрессора. Все это крепить я буду на двусоставной эпоксидный клей. Пользоваться горячим клеем в данном случае не стоит, так как структура клея разрушается под воздействием паров бензина. Оставим шприц до высыхания. А пока займемся иглой. Игла также из ветаптеки. Такие иглы продаются не только в пачках, но и поштучно. Такая игла не подходит к обычному пластиковому шприцу. И именно поэтому я взял стеклянный. Сточим носик иглы. Так как я буду сгинать иглу, чтобы ее не сломать, вовнутрь я засуну проволоку и вместе сгиба нагрею до красна. Теперь сделаем запальник спираль, без которой горелка попросту не будет гореть. Это столистая проволока. Спираль должна быть чуть меньше отверстия иглы. Теперь берем аквариумный компрессор. Мощность может быть и поменьше, чем на моем компрессоре. Это регулятор подачи воздуха. Клей уже подсох, но для большей прочности я замотаю место склеивания изолентой. Это бензин для зажигалок, но можно использовать и 95-й. На 20 мл емкости шприца вполне достаточно 5 мл бензина. Такая горелка – это что-то среднее между паяльником и газовой горелкой, которая одевается на баллон. В отличие от мини-газовых горелок китайского производства, в такой горелке нечему ломаться, отваливаться или плавиться. Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, здоровья вам и вашим близким.